Приветствую вас, Сергей. Как мне видится ваша ситуация, вы не можете уйти от девушки именно по той причине, именно из-за того, что вам ее жалко. То есть жалость — это то чувство, которое удерживает вас рядом с ней. Что это за чувство? Жалость. Какое оно? Что представляет из себя? Ну вот, я думаю, что об этом можно поговорить, в принципе. То есть чувство жалости — это чувство, такое чувство, когда человек позиционирует себя выше, чем другой. То есть девушка для вас — это способ почувствовать себя как-то лучше, может быть, как-то полнее, комфортнее, вот. И, соответственно, именно поэтому вы не можете от нее уйти, потому что она вам нужна. То есть рядом с ней вы чувствуете себя, ну, скажем так, лучше или комфортнее, или увереннее, то есть, несмотря на то, что она ревнует, несмотря на то, что она жесткая достаточно, несмотря на то, что она ведет себя негативно, все равно чувство жалости для вас играет свою роль. Почему? Потому что вам нравится, вам хочется, ну, подсознательно вам хочется быть выше, чувствовать себя увереннее. Вот. Может быть, вы интуитивно боитесь одиночества, боитесь расставания, боитесь того, что останетесь один. Это, конечно, нужно разбирать в процессе работы с вами, вот, ибо, ну, понятно, что так сказать нельзя, вот. Но я рекомендую уже сейчас, да, подумать над тем, вот, почему вам жалко кого-то, кого-либо вообще. То есть, ну, девочка, она делает свой выбор, да, ну, то есть, вот, у нее есть свой выбор, у девочки. Она выбрала для себя, ну, вот, этот путь, такой путь. И она ревнует вас, да, она не уверена в себе, она не уверена в своей привлекательности, ну, для вас, например. Не просто так, да, не просто так. То есть у этого есть свои тоже причины. Но, тем не менее, это ее выбор. Это именно ее выбор, это выбор девушки, значит, там, ну, вот, ревновать вместо того, чтобы работать над, допустим, своей самооценкой, да, и так далее. Вот. И получается так,
что выбор девушки вы не уважаете. То есть вы не уважаете ее стремление, ее желание, ее право быть такой, какая она есть. Вы либо считаете, что она должна быть другой, либо вы, значит, ну, еще раз повторю, да, либо вы получаете какое-то удовольствие, да, от того, значит, что ее жалеет. Но опять же, это пока это вот то, что я вижу. Вот. И, соответственно, выходом для вас из ситуации будет, на мой взгляд, значит, прекращение жалости к ней, да, то есть, ну, уход от жалости к ней, вот. И вскрытие, значит, именно ваших мотивов, значит, мотивов ее жалеть, вот. То есть именно вскрытие мотивов ее жалеть. То есть как, почему стало возможным для вас то, что вы ее жалеете. Вот. Что вам это дает? Какая у вас от этого вторичная выгода? Понимаете? Потому что, ну, как правило, если человек вот не может, да, ну, не может уйти от кого-то, значит, что-то в этом есть для человека. То есть, ну, для него что-то есть в этом. Ему что-то нужно. Вот. Потому что понятия «не могу» – нет. Есть понятие «не хочу», и есть понятие «надо». И, соответственно, вы хотите, если вы хотите, если вы хотите уйти, то вы берете и уходите. А если вы не можете уйти, значит, то, что вы хотите, так или иначе, связано с ней. С ней. Ну и, на мой взгляд, причины стоит искать вот в том, что вы очень добрый, что вы такой вот жалостливый и так далее. Вот. Не то, чтобы я считаю это чем-то плохим, да, ну, жалость, я имею в виду, вот, точнее, доброту, не жалость, а доброту, вот. Не то, чтобы я считаю это чем-то плохим, вот, но, тем не менее, ваша доброта, она нуждается в коррекции, потому что быть добрым – это хорошо, но только без вреда для собственного себя. А вот вы, как это мне видится, да, вы вредите себе, к сожалению. Вот. Ну, тем, что вот вы такой добрый. Вот. То есть вы наносите себе вред. И тем самым ваша доброта, она превращается не в свободную волю, да, каким, ну, вообще, какой вообще должна быть доброта, а она становится способом построения отношений на доброте основанных, на жалости основанных. Ну, а это, я надеюсь, вы понимаете, ну, ни в коем случае не является чем-то таким, что может дать вам, ну, возможность выстраивать отношения на равных. Вот. А вот я думаю, что так вам и может, можно ответить на ваш вопрос.
То есть, если вы хотите от него уйти, да, то нужно более, значит, ценностно относиться к себе. Вот. Устанавливать, может быть, границы между, ну, между вами и другими людьми, да, ну, вот, ну, более такие, более качественные, более, ну, более четкие, вот, чтобы вы понимали, где вы, а где другой человек, ну, вот. Значит, мне, соответственно, думается, что у вас может быть ситуация в семье, такая вот совершенно определенная, скажем так, да? То есть какая-то ситуация. Либо мягкий отец, вот, который такой, ну, достаточно, скажем так, с мягким характером, вот, либо, наоборот, отстраненный отец, и, соответственно, вы воспитывались женщиной, только женщиной, без отца, ну, фактически без отца, вот, либо это, соответственно, такой контрсценарий, при котором вы, значит, не хотите быть похожим на своих родителей, которые были достаточно жесткими и так далее. Вот, это такое контрсценарий, решение, что я не буду таким или, и, ну, таким же, как вот они, так, как мои родители. Вот, но тонкость здесь, она вся в том, что жесткость определенная, она, в общем и целом, нужна, она важна. Вот, и, видимо, ну вот, видимо, вы ее не соблюдаете, как вы сами можете это видеть, вот, поэтому для начала работа с жалостью, на мой взгляд, нужна, вот, ну, для начала, а потом, если проблема будет сохраняться, да, то, соответственно, с личными границами и, возможно, с детско-родительскими отношениями. Вот. Ну, просто потому, что это необходимо для вас. Вот, по-другому, вы не уйдете от этой девочки. До тех пор, пока ваши желания, именно вот ваши желания, да, именно вот то, что вы хотите, до тех пор, пока это будет связано с ней, с девушкой, значит, ну, соответственно, вы будете к ней привязаны. Вот сейчас вы от нее зависимы, сейчас вы зависимы от нее, и первое, что нужно сделать, это вот отстраниться немного от нее. То есть просто вот увидеть, где граница, значит, ваша, да, а где граница ее, соответственно. Вот, мне кажется, что именно так вам и можно ответить на ваш вопрос, значит, понимаю, что, в общем и целом, этого недостаточно, скорее всего, да, то есть, ну, вы не уйдете от девочки, вот, сию минуту, да, вот прям сейчас вы от нее, конечно, не уйдете. Но, по крайней мере, начало, мне кажется, положено, вот, и дальше нужно просто работать в этом направлении. То, что вы можете сделать сами, это вот, на данный момент, это вот, отграничить себя от нее. Ну, просто отграничить. Вот. А мне кажется, это вот то, что является для вас сейчас очень-очень ценным и важным. Значит, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам
помочь, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация будет близиться к разрешению.